В ефірі програми «Віддзеркалення». Я Філіп Декан, як завжди, щиро радий вітати всіх вас. А днями, буквально післязавтра, 2 квітня, в театрі імені Пушкіна відбудеться прем'єра. І йтиме вона 3 дні. Прем'єра називається «Люся». Я думаю, що багато хто вже здогадався, принаймні подумав, а чи не славнозвісній нашій землячці Людмилі Гурченко буде присвячена ця вистава. Так воно і є, не просто присвячене, а головною героїнею буде не просто видатна, а дійсно велика актриса Людмила Марковна Гурченко. І цю виставу актори називають знаковою. Більше того, сталося так, що цей тиждень, в принципі, можна сказати, проходить під знаком Людмили Марковни, бо буквально 30 березня виповнилося 10-річчя із того дня, як вона пішла із життя. Отже, сьогодні говоритимемо про цю виставу з людьми, які безпосередньо в ній задіяні. Це Марія Ванєєва, актриса театру імені Пушкіна і виконавиця головної ролі Люсі, тобто Людмили Марковні. Радий вітати вас, пані Марії. І Даніїл Нікіфоров, актор театру Пушкіна, автор музики та пісень для вистави. Пане Даніїл, також радий вітати вас тут у нас. Отже, давайте почнемо із слова «знакове». Знаєте, воно таке трішечки може затерте, дійсно. І хоча його дуже часто вживають, будь з якого приводу і таке інше, але все ж таки ви впевнено сказали, що це для Харкова знакова вистава. І десь всередині себе я з вами погоджуюся навіть без питань зайвих. Але все ж таки хочеться дізнатися, чому, на вашу думку, вона знакова. Звісно, це спектакль, який буде очень интересно посмотреть всем харьковчанам, потому что он о Харькове и о нашей прекрасной землячке Людмиле Марковне Гурченко. И мы с вами говорили, что буквально вчера исполнилось 10 лет с того дня, как она покинула нас. И к этому дню вышло много интересных передач. Я еще раз пересматривала. И опять же звучат все время слова «великая артистка», «актриса вселенная». Но вот такими эпитетами ее украшают и величают очень разные люди, разного уровня. И, конечно, она наша, наша Люся. И для нас, для меня, например, как для актрисы, это огромная удача и большая честь прикоснуться к звезде и почувствовать и ее Харьков, и часть нашего ощущения от сегодняшнего Харькова привнести в этот спектакль. Поэтому здесь настолько совпадает интерес и наш исполнительский, и, как мне кажется, интерес публики, который наверняка наш спектакль буде цікаво. Марія, а це не суто біографічна п'єса і вистава, так, наскільки я розумію? Наскільки я пам'ятаю, навіть в афіші театру Пушкіна написано, що вистава, я не дослівно, звичайно, написано десь так, що вистава про те, що було в житті Людмили Марковни, і те, що могло бути, так? Так. Что это значит? Это значит, что режиссер спектакля Александр Середин, который, возможно, вам известен. Больше того, наверное, был тут несколько раз точно. Он человек очень талантливый, со своим видением, и, естественно, не мог поставить просто рассказ о известной личности. Конечно, он привнес сюда свое видение, свое творчество. И так был построен метод работы над спектаклем, что мы взяли за основу автобиографию, ее воспоминания непосредственно о военном Харькове. У нее есть прекрасная книга «Мое взрослое детство». И на основе этой книги, на основе фильмов, но и в большей степени нашего ощущения от этих историй, от самого образа Людмилы Марковны, мы создавали этюды, мы придумывали какие-то истории, которые, как вы сказали, могли бы быть, но при этом мы очень следили за тем, чтобы не нарушать ни в коем случае никаких границ и то, что действительно могло бы не быть. Не перефантазувати, так бы мовити. Не перефантазувати. То есть это как бы вот очень все рядом, очень близко. Процесс был очень интересный. Мы на самом деле
сделали столько материала, что нам пришлось от очень многого отказаться. И даже вот на последних этапах с болью в сердце вырезать какие-то сцены, потому что хронометраж спектакля, он должен быть определенный. Но вот буквально 2 недели назад уже мы решили окончательно там одну любимую сцену и режиссера, и артистов убрать. Потому ох, что як мы... же ж це все ж таки это ножом для артиста, звичайно. Да, да, да. Ну, а так вообще сделано было, не знаю, ну, в 5 раз больше точно, чем увидит зритель. Мы даже шутим, что нужно выпускать режиссерскую версию. Люся, 2-3, ну, такие да, инжи. Да, режиссерскую так, версию спектакля. Ремейки, сиквели, як це водиться зараз. Даніил, хочу вас підключити до розмови. А кого, роль кого ви виконуєте у виставі? І ви ж автор пісень музики, як я сказав. Да, я, виходить, граю несколько ролей вимишлених, то есть... Но мы их, эти роли, придумывали на базе рассказов Гурченко, на базе того, о чем она писала. Uh-huh. Вот, как мы вырывали, получается, каких-то персонажей из контекста ее рассказов и создавали своих персонажей. Вот, играю уличного музыканта, соседа Андрюху, таких эпизодических персонажей. Но... Тут у харківського сусіда, я так розумію. Да, да, uh-huh. который жил с ней рядышком. Вот, играю таких эпизодических персонажей, и мне нравится этот спектакль, потому что там у каждого по несколько ролей, то есть есть один центральный, то есть Людмила Марковна, и куча таких харьковских персонажей. Они переодеваются постоянно у нас там за кулисами. Харьковские пацанчики, я просто не могу не сказать. Каждый актер может сыграть несколько персонажей сразу, это очень интересно. Нырять с одного в образа в другой. Ну, это да, это помогает и актеру это раскрыться, да? Конечно. Разные. А расскажите про песни, и музыку. Вы все писали, музыку и песни, или частично? Нет, я частично писал. Получается, я молодой артист, только год играю в этом театре. И мне доверили такую миссию написать финальную песню для спектакля. Угу. То есть это песня... То, что запомнится, кстати говоря, опять же. Да, то есть это как бы звучало Гурченко в современности, получается. Угу. Я написал песню, как бы Гурченко в современности ее спела. Вот, и переделал одну песню Людмилы Марковны «5 минут». Знаменитую «5 минут» с песни из фильма, которого началась, в общем-то, ее, ну, извините за банальность, стремительный взлет, но действительно так. Песня, от которой ее трясло уже. Еще бы, еще бы, конечно. Есть видео интересное, у нее день рождения, она задувает свечи на торте, и потом включают 5 минут, и у нее просто начинается истерика. Потому что сколько тысяч раз она спела эту песню, даже представить страшно. Ну, когда к актеру прилепливается, я такое употреблю слово, какая-то роль, какой-то образ, пусть даже супер гениальный, супер фантастический, но невозможно, да, все время в одном плане быть и все время вспоминать, это, конечно, как кость в горле становится. При том, что сколько было сделано ею после этого, и, конечно, я понимаю, что ей было обидно, что вспоминают прежде всего песенку на заре ее карьеры, а ведь я, например, не знала уже, когда начала изучать материал, что Людмила Марковна имеет награду, звание актрисы мира, лучшей актрисы мира. И она выбрала ее на фестивале, по-моему, в Филиппинах у Мэрил Стрип. Они вместе были номинированы, да. И там фестиваль во Франции и в Америке, гастроли. То есть, конечно, масштаба ее личности, на самом деле, мне кажется, мы, харьковчане, даже не понимаем. Ну, какие-то фильмы приходят в голову, естественно, там, что первое, «Карнавальная ночь», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби». А сколько было ею спето, сыграно в театре. То есть она же целые фильмы-концерты записывала, кстати говоря. Есть отдельный, посвященный песням Второй мировой и так далее. И, действительно, уникальный совершенно характер, многогранный. Вот что касается характера, кстати говоря, у нее же был... Ну, я не знаю, как правильно сказать, специфический, да, характер, очень, во-первых, очень сильный, невероятный, конечно, стержень, но характер, будь здоров, какой специфический, она этого не скрывала, это не моя придумка, не мои слова, действительно, она это прекрасно понимала и знала, вот, как передать такой характер? Это совершенно противоположное мне состояние, но... Я хочу вам сказать, что тоже для меня это классный опыт, принять немножечко вот этой
звездности, какой-то уверенности в себе от Людмилы Марковны. Я прямо чувствую, что она во мне начинает прорастать. Вчера, готовясь к репетиции, я особенно это почувствовала, когда там не так прическу сделали или что-то не так макияжа. Я прямо почувствовала, как Людмила Марковна во мне бунтует. Я устроила нашим костюмерам небольшой перформанс. Но я эти состояния отслеживаю в себе и пользуюсь ими потом, пытаясь их вынести на сцену. Естественно, это другой человек, но все мы, артисты, знаем, что чем сложнее характер, чем он противоречивее, даже вот негативных персонажей даже интереснее всегда играть, чем каких-то голубых героинь. Поэтому здесь такое благодатное поле. Смотрю, исследую. При этом я же преподаю в университете, и, кстати, мне очень приятно сказать, что Даниил мой студент, с которым мы уже полноправные коллеги, понимаете, он уже влился. Ух ты, слушайте, выходить на одну сцену с педагогом, это тоже будет здорово. Поджилки трясутся, честно? Нет. Нет? Нет. Ничего себе. Я очень Какой рад. Какой серьезный парень. Я очень рад, что я работаю со своими педагогами, вот, потому что это одна школа, это как будто одна семья. Я понимаю, как меня учили, и мы в каком-то таком тандеме все вместе работаем. Вообще, я хочу заметить, что в спектакле заняты 10 артистов, 8 из которых, помимо меня и еще одного представителя более старшего поколения нашего театра, 8 — это студенты, которые прошли через меня, через мои руки. И для меня это тоже такой подарок — поучаствовать в таком проекте. И, ну, Даня, он молодец, он сразу сказал, что все сложилось. А по моим ощущениям, я поделюсь, что мне понадобилось. Сначала было не совсем комфортно, потому что мы переходили на другие как бы вибрации общения, и мне было поначалу сложно перестроиться. А ведь все-таки такой процесс у нас был более лабораторный, когда мы сочиняли вместе, и здесь нужно было в эту команду слиться, соединиться. Вот сейчас, в конце проекта, я уже настолько чувствую, что мы дышим одним воздухом, и я искренне говорю, что мы равноправно существуем уже в этом проекте. Как долго спектакль готовится? Вообще, этот спектакль готовится настолько долго, что идея сама первый раз была озвучена в 2018, подождите, я вру, 2019 году, 2 года назад. В сентябре 2019 года ко мне подошел Саша Середин, режиссер, и сказал, что есть такая идея, задумка, и что вот там буквально сейчас чуть-чуть, и мы приступаем. А у меня еще тогда был очень маленький ребенок, и я как-то так и загорелась, и тут же растерялась. Но, как вы знаете, жизнь внесла свои коррективы. Мы раз отложили, два отложили. Ну и вот только в ноябре прошлого года нам удалось приступить. И опять же, спектакль затянулся по нашим меркам. Обычно, и Саша сам об этом говорит, 2 месяца на спектакль — это... Он достаточно. Же быстро, кстати говоря, их творит, я бы даже сказал, творит именно, да. Он когда это произнес, помню, в одном из эфиров, я говорю, подождите, 2 месяца, ну это же, он говорит, а у меня вот стандарт такой. А тут 4,5. И как бы есть уже небольшое ощущение усталости, но процесс действительно был очень большой, потому что пьесы-то не было. Одно дело, когда есть пьеса, и мы просто сочиним, а мы должны были сочинить вообще все. Вот момент классный, кстати говоря. Остановитесь на нем подробнее, пожалуйста. То есть вы взяли мемуары ее, да, читали, что-то на сцене придумывали, этюды, и вот из этого выстраивали пьесу, собственно, да? Когда мы первый раз встретились на читку, вот нас вызвали, мы собрались за столом, застольный период по Станиславскому, все как полагается. Нам положили листы с текстом, мы взяли этот текст, и это оказалось интервью, которое Гурченко давала Гордону. То есть это была просто вот выписка интервью. И все, больше у нас ничего не было. И дальше мы искали материал. Мы взяли «Мое взрослое детство», автобиографию, взяли вот это интервью и пытались
вот только на базе вот этого, потому что мое взрослое детство, оно непосредственно о Харькове, и нам очень хотелось, чтобы спектакль был о Харькове. Ведь про Люсю идут спектакли, вы знаете, может быть, и в Вахтангова сейчас Нуна Гришаева играет, ну и ряд передач, да, и очень многое о ней сказано, но вот именно об этом харьковском периоде и о том, как она была связана с городом, нам хотелось именно это проявить. Ну и вот на базе мемуаров, на базе этого интервью о Харькове, мы, собственно, недолго мы почитали, там неделю посидели, может быть, две за столом, поговорили, поделились какими-то своими ощущениями, а дальше на сцену вышли и там уже, наверное, месяца два, ну, Дане, может быть, было легче. Он только закончил университет, и, в общем-то, тот процесс, который в университете, придумок студенческих этюдов, он был для него не так далек, он в этом же процессе и купался сейчас. А мне пришлось, скажем, погрузиться опять в университетские годы и вспомнить, как это. Когда я педагог, мне, понимаете, гораздо легче управлять этим процессом, а здесь непосредственно участвовать нужно в нем, было да. участвовать. И таким образом создавались этюды, какие-то более удачные, какие-то менее, что-то мы оставляли, что-то переделали, компилировали. Но, а потом, знаете, как получается, добавляется вдруг... Кажется, что ой, все так плохо, все, ой, это неинтересно, вот так все. А потом добавляется звук, свет, костюмы. У нас используется еще проекция. И ну вот мы сейчас идем с прогона, мы к вам пришли с генерального прогона. И как-то оно все, ну, тьфу-тьфу-тьфу. По-моему, сложилось. Да. Слушайте, но вы, судя по тому, с какими горячими глазами вы пришли и здесь находитесь, и вот ваша внутренняя энергетика, я чувствую, что действительно не врете. Прогон, скорее всего, прошел действительно отлично, потому что если было по-другому, то актеры совсем бы с иными эмоциями были. Конечно, вы все равно здесь улыбались и показывали, что да, все отлично, но это же все-таки заметно, естественно. А вот... Какие-то фразы, вот то, что называется просто текстом, вы же явно не брали из мемуаров или интервью, тоже что-то свое придумывалось, было такое? У нас есть кусочки в спектакле, прямо высказывания Людмилы Марковны, есть и цитаты из книги, и, ну, тоже приоткрою вам, может быть, тайну нашего спектакля, что... В спектакле используются сцены, моменты интервью, где непосредственно у Гурченко берут, задают вопросы, спрашивают. И здесь как раз и состояла некоторая трудность в том, чтобы достоверно прожить, передать, попробовать, ну, сделать такое наблюдение. В университете у нас есть упражнение «Наблюдение за человеком, за персонажем». И сейчас на первом курсе мои студенты уже следующего поколения как раз этим и занимаются. А тут я вместе с ними этим же и занималась. Здорово, здорово. Да. Вот опять-таки, что касается передачи на сцене реально существующего, жившего, причем, ну, она же наша современница, собственно говоря, 10 лет назад только ушла, не какого-то героя прошлого, пусть реально существующего, а вот героиню, которую знали действительно миллионы людей и помнят. И более того, не составляет труда найти какой-нибудь канал. Я уверен, что если мы даже сейчас бы что-то включили, то нашли ну, хотя бы один фильм с ее участием. Да. Так часто их показывают. Вот как передать... Огромная ответственность. Огромная ответственность. Само собой. Как, знаете, как не скатиться в пародию? Ведь это тоже возможно, да? Да. Не да. просто же жест, мимика. Часто, опять-таки, это пример немножечко, может быть, некорректный, хотя когда-то давным-давно Ефремов поставил спектакль, посвященный Ленину конкретно. Вот, нет, я вру, не туда я уехал немножко. К какому-то юбилею был телеспектакль, я его уже застал, я помню, где актеры играли реальных персонажей исторических, которые в те времена считались ну, вот, идолами фактически. Да не фактически, а так и было. Покушаться на них вообще нельзя было. Либо ты передаешь точно и аккуратно, либо никак. Люди были без грима. Калягин был Лениным, Янковский, не помню, кем-то там. В общем, это были ого-го актеры. И будучи маленьким, я абсолютно им верил. Настолько они вот
Как? Вы же не пытаетесь? Я так понимаю, что вы не загримированы явно под Людмилу Марковну, да? Да, вот такого перевоплощения тотального, как в некоторых передачах, там, где пытаются спародировать, нет. Здесь мы как себя расслабляли в этом вопросе? Тем, что мы же берем период, в основном у нас в спектакле рассказ идет до момента ее вот этой пиковой популярности. И там, в общем-то, мы позволили себе, ну, быть героиней такой, как я ее чувствую. Естественно, ну, с каким-то вот налетом все равно этого поведения. Мне кажется, что об этом лучше судить вам, когда вы придете и посмотрите, есть ли в этом пародия или есть ли в этом, возможно, точность. Но я стараюсь делать это с большой любовью и уважением. При том, что я вам честно скажу, не все в характере Людмилы Марковны мне, ну, скажем так, нравится или отзывается. Я совершенно другой человек. Но, конечно, то, что она такая мощная. Вот мне очень хочется попробовать, как это, как она себя чувствовала. И погружаясь в это, ну, я просто пытаюсь передать, опять же, свое ощущение от её персонажа. Естественно, конечно. Вот вы очень верно сказали, мощная, действительно, да. Это невероятно мощный какой-то характер. Данила, еще хочу у вас вот что спросить. Несмотря на то, что есть музыка, есть песни, спектакль все-таки не музыкальный. Или его можно назвать музыкальным спектаклем? Ну, его можно назвать музыкальным. Почему? Достаточно много песен там будут исполняться вживую. Актерская игра, ну, это такой игровой музыкальный спектакль, более эстрадный, я бы даже сказал. То есть это, ну, вот смесь какой-то драматической формы и эстрадной. Мы искали вот этот золотой баланс. Мне кажется, нам удалось найти какую-то вообще свою форму, свой жанр. Я не знаю, существует ли такой в театре, но ты правильно говоришь. Да, мне кажется, это будет очень визуально красивый спектакль. Очень смешной в плане актерских каких-то этюдов, сцен. И очень эстрадный в плане, ну, номеров, которые будут исполняться. Вот, я считаю, что такого в Харькове, ну, я еще не видел, лично я. Может, когда-то до меня было, но сейчас нет. Здорово. А музыка, которая в спектакле, вся современная, написана сейчас, я имею в виду, нет. Используются какие-то вещи тех времен? Нет, мы используем песни Людмилы Марковны, вот, минусовки ее, то есть, как спектакль делится на ее историю, которая происходила, то есть в прошлом, вот как она была, и на современность. Что было бы, если бы Людмила Марковна сейчас приехала в Харьков? То есть мы поделили на такие две грани, то есть современность и прошлое. Там, где в прошлом, конечно, она исполняет свои песни, то есть Мария Александровна исполняет в манере Гурченко, а там, где современность, вот я как раз-то в современность и писал две аранжировки, то есть как я вижу, она бы сейчас могла какую-то песню исполнить. И когда передо мной стала задача написать финальную песню для спектакля, которую Людмила Марковна будет петь, получается, на дне города, это такой вам спойлер. Еще один секрет. Да. Я вот думал, какую песню написать ей, и написал. А какую не буду говорить, это уже приходите слушать. Я даже хотел вас остановить, дескать, не надо уже лучше на спектакле, потому что это, конечно, было бы интересно, но все-таки лучше дождаться и увидеть вот воочию, как все это. Слушайте, вы пока говорили, я, знаете, о чем подумал? Людмила же Марковна была действительно очень современной женщиной. С Земфирой-то ее шикарный вот этот вот, да, и дуэт был, и сама она перепевала ее песни, и, по-моему, не только, если я не ошибаюсь. Конечно, она вообще была очень современная, я бы сказала, такая в хорошем, в актерском в смысле хулиганка, то есть она могла себе позволить, и вы же знаете, она и в сериалах снималась, и очень любила какие-то проекты, и постоянно молодых актеров подтаскивала, или они ее, в общем, она пыталась быть в струе, в процессе, я поэтому и говорю, что помнить ее только за 5 минут, это, конечно, огромное ей оскорбление, и последние ее фильмы достаточно смелые, где она и даже там где-то оголяется. Это просто есть интересное интервью у нее, когда она говорит, что
меня там ругали за какие-то мои якобы фривольные проявления еще в то время, mm-hmm. там в ее молодости. Она говорит: Господи, пришло время, когда мотор и все голые. Закончили съемку, а все равно голые. И да, она очень иронично об этом говорит. И в этом смысле, да, она перепевала и участвовала. И мы отсюда и исходили, что она вполне могла бы перепеть там mm-hmm. еще такую песню или приехать и спеть вот так. Поэтому, я думаю, наша трактовка имеет право на существование, и мы ни в коем мере не нарушаем образ. И, надеюсь, Людмила Марковна, она снисходительно к этому отнесется, может быть, даже порадуется. Мне кажется, что прозвучать для нее было важно. Недаром она написала сценарий своих похорон и подготовила их как спектакль. То есть она настолько жила профессией, что... Ну, действительно, актриса с большой буквы, да, совершенно верно. А как вы думаете, вы задумывались, мне кажется, что вы все-таки это делали, вот над отношением Харькова-Гурченко? Потому что они ведь сложные очень были, и она об этом очень много пишет в своих мемуарах. Именно вот в тот период, да, ее становление. Да. Даже... чуть позже, когда она стала знаменитой. В период становления еще ладно. Ну, вот своя девчонка, папа-баянист, все знают. Люся поет, что-то играет, отлично. Она своя. Но когда она стала знаменитой, как сразу многие, даже соседи, как она говорила, стали завидовать, да, как-то придумывать какие-то гадости, глупости. Ну и потом тоже очень... Ведь она одно время даже... хочу подобрать какое-то мягкое определение, ну так вот отодвинула Харьков от себя, будем так говорить. Там вся эта история с памятником, который никак не могли поставить, хотя пообещали и так далее. Хотя в итоге она приехала, конечно, к нам, да. Слава Богу. Да, да. Вы знаете, собственно, об этом наш спектакль. Об ее сложных взаимоотношениях. И, ну, в некоторой мере это, как мне кажется, Дани Харькова, Люси. И в спектакле мы постарались эту историю, ну, знаете, как сейчас модно говорят, закрыть гештальт с ее стороны некоторые. Да, были обиды, и тем не менее, опять же, основываясь на ее же интервью, которое звучит и у нас в спектакле, прежде всего, Харьков самый лучший на свете город, потому что это моя родина. Вот. Это ее родина, и, конечно, она, какие бы там внутренние конфликты ни были, в итоге, под конец уже своей жизни, да, человек становится более сентиментальным. Она приехала, она прошлась, зашла в школу. Вы знаете, кстати, я училась тоже в школе, что и Людмила Марковна. Ух ты, как здорово. Шестая гимназия на Рыморской, да. Да. И это тоже такие для меня вот знаковые вещи, как мы с вами с чего начали разговор. Слушайте, да. Если верить в то, что дух как-то вот витает какой-то, то вполне может быть. Меня это греет очень-очень. Класс, здорово. В завершение, знаете, что хочу сказать? Я вспоминаю опять-таки ее слова, когда познакомились с Марком Бернесом, а он тоже фактически харьковчанин, он под Харьковом родился. Он стоял спиной, она что-то говорила, обращаясь к нему, вся трепеща, конечно, ну, потому что Марк Бернес по тем временам это, ну, я не знаю, это как тебя бы познакомили с кем, с Джеком Николсоном, например, да? Я не имею в виду их роли и все прочее, ну, сам масштаб. Вот он ее послушал, она пишет и говорит, повернулся и говорит: девочка, убирай из себя Харьков. Была такая фраза. Но мне кажется, что Людмила Марковна не убрала из себя. Он оставался вот до мозга костей, и это видно, и черт возьми, это здорово. Да, да. И она об этом говорит, что я всех приучила к своему диалекту. Это моя маленькая победа, что я... И диалект, и вообще вот это внутреннее какое-то, тот же стержень, это вот мы, харьковчане, мне кажется, точно можем сказать, что он наш. Не какой-то, не одесский, не киевский, не московский, именно харьковский. Абсолютно. И тоже, опять же, Людмила Марковна говорит, что вот Харьков — это особые люди, вот особые. И как здорово, что у нас получилось сделать этот спектакль о Харькове. И спасибо Украинскому культурному фонду, который дал эту возможность и профинансировал эту постановку, потому что, конечно, театр, вы знаете, сейчас сложные времена переживает, когда мы все переходим на какие-то другие вещи финансирования. То здесь нам, конечно, не выжить без каких-то таких дополнительных средств.
И здорово, что у нас это получилось. И очень здорово, что вы пришли сегодня в студию. Я от души желаю вам успеха, зрителей, аплодисментов. Нагадаю, що говорили ми сьогодні про виставу, про прем'єру вистави «Люся», яка про Людмилу Марковну Гурченко з виконавицею ролі Люсі Марією Ванеєвою, актрисою театру імені Пушкіна, і актором Даніїлом Нікіфором. Він ще й написав пісню і музику для цієї вистави «Люся», яка прем'єра якої відбудеться 2, 3 і 4 квітня у театрі Пушкіна, а режисер-постановник вистави «Люся» Олександр Середін, також режисер театру Пушкіна. Отже, приходьте, дякую, що дивились нас, бережіть себе і близьких, не хворійте і до побачення.